думаю, что ситуация очень простая. Они хотят, ну, то, что называется, отойти в сторону, чтобы потом начать максимально дискредитировать роль России и те договоренности, которые были. То есть одно дело, когда ты разделяешь их, и ты должен что-то делать в очень сложной ситуации. Другое, когда ты просто уходишь в сторону, а потом начинаешь критиковать рассказом о том, что совершенно неработающая схема, совершенно неработающий договор, ну и, соответственно, в этом случае перетягиваешь одеяло на себя. Я думаю, что вряд ли будет исключить не только поддержку Армении, но будет критика о том, что ни одну из сторон договор не удовлетворяет, что у каждой из этих сторон есть свои, как бы, претензии, что в рамках существующей модели, существующих договоров с участием России это все не решается. Поэтому нужно переключаться на решение ситуации через ЕС.